Друзья, всем привет! Съемка для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем, друзья. Это дерево я уже показывал на своем канале. И хотел посмотреть, чем же все это дело закончится. Вот. Чтобы было видно. А дерево уродило. Это береза. Дерево уродило столько семян, что под тяжестью согнулось. Ну, я думал, может быть, когда все опадет, выпрямится и, оживет дерево. Ну, смотрите, умерло. Кончик умер. Под бременем. Здесь все живое. Доходим до кончика. Согнулось, и жизненные соки не подступали, и высохло. Ну вот, природа показывает, что нельзя хапать. Неподъемная ноша может погубить. Ну вот, пожалуйста, неподъемная ноша погубила это дерево. А еще раз мы на следующий год снимем, когда, деревья будут распускаться листьями. Посмотрим, проконтролируем и вам сообщим. Еще раз напомню, что находимся мы на канале 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем, друзья. Подписывайтесь на этот канал. Будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте. До новых встреч на канале. Всем пока-пока. Бай-бай. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам.